Маш, а вы ведь человек настроения, да, вот мне кажется, нет? Нет. Вообще, моя мама сказала мне, она говорит, как у тебя настроение? Я говорю, в смысле? Она говорит, хорошее или плохое? Я говорю, а настроение, мама, может быть хорошее, если выпьешь, и плохое с похмелья. А так оно должно быть ровным. Понятно. Хорошо. Но я говорю, это не это настроение. Ваше, это не цитата, это вы этот тезис просто породили, да? Насчет вот. Ну как, настроение может быть только ровным, да? Ну, если да. Оно плохое, значит, вы сами понимаете, что-то было не то или не так смешали. Да? А если хорошее, то это бокал хорошего вина. Вот это защитная поза, нет? Это удобное, понятно. Чтобы не сползать с этого вашего кресла. Ужасно. Мебель могу ужасная. Сидеть вот так, если вы хотите. Главное, чтобы не расслаблялись гости, да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.